Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Горячий Цех, меня зовут Мясник. Ну что же, продолжение Umbrella Ale Watts. В прошлой серии, была такая относительно спокойная, то есть там были в основном кавер-миссии, на последней миссии нас спалили, мы там повоевали. Есть раненые, убитых нет. Вот, прокачали, то есть мы немного прокачали людей. То есть всех вот этих вот этих псайкеров, непонятных клоунов я распределил по отрядам. Вот, грубо говоря, дал кому-то персонажа. Ну и так вот, продолжаем. Наш, конечно, что-то у меня игра прям стала в последнее время так сильно лагать именно в меню. То есть уже в меню начинает лагать. Наверное, все-таки из-за того, что просто обилие всего здесь вот столько, уже не справляется. У меня компьютер, он, конечно, он хоть и мощный, но вот... вот. Получается вот так вот. То есть, грубо говоря, если во время боя я еще как-то вот еще нашел способ, как с этим можно бороться, то здесь вот, к сожалению, вот никак. Так, вот. Мы там вот... после этой вот миссии вот что-то там расследовали. Вот нам дали supply. Нам немножко дали supply. Кстати, где... сейчас нам будет... привезут деньги. Скоро. Да, деньги нам привезут. Так, ага, готов у нас Денис отмороженный. При первой же возможности пошлем ему в бой. Этот там пусть обучается. Одного ученого там более чем достаточно. Вполне. Так, Владимир Рябов восстановился. Так, новая цель. Так, таргет, да, посмотрим. Что ж так лагает-то прям? 7 дней в Америке. Вот. 7 дней, кто у нас там? Advent Sorcerer. Так, Great Archont, Sentinel, Элитный Лансер, Assault Капитан, Супер Хэви Мех. Advent Sorcerer Мастер. Новобранцы, сопротивленцы. Ну, можно, конечно, туда отправить, например, кого-нибудь. Вон, два новобранца. Ну, я не скажу, что мне прям они сильно нужны. Америку я сейчас освобождать тоже не буду, как бы. На самом деле, вот там... а, там и так хватает людей. Не, нахер. Так, вот дали мне денег. Поехали освобождать Африку. Она мне больше... больше мне понадобится, чем Америка это. Так, все равно где-то есть у нас крысы. Где-то у нас есть крысы здесь. Так, Shadow Step. Ну, я и так-то на овер-то его особо не ловил. Так, Hide Advent. Приказ, что будем? Will Recovery, Soldiers Bound. Давай вот это. Хотя можно еще вот это сделать, например, Берсерк. Один ход только. Давай вот это вот. Это мы чуть позже сделаем, в следующем месяце. Так, поехали, заберем бабло свое. Две 300 в месяц, хренеть, конечно. И вот у нас готов, наконец-то мы его нашли. Так, угу. Повышений нету. Вот, кстати, Вескер. Ну-ка. Он в Америке. Биркин, Enemy Unknown, Элитный Purifier, Элитный Щит Барьер, Элитный Лансер, Андромедон. Много биркинов. Так. Так, ну все. То есть, а новых приказов мне не дали, да? Баунти Хантер тренинг. Ух ты. Баунти Хантер. Ну-ка. А, так вот как тренируется этот класс Баунти Хантер. Он тренируется через тайные операции. Или типа мы его находим. То есть...
Не, ну прикольно, конечно. Я такой думал, что можно и вот так, типа, тренировать. А этот... Так, тогда подожди. Так, тогда я вот... у нас тут вот тетя тренируется, одна Лина. Мы ее снимаем. И давайте я отправлю ее на Баунти Хантера тренироваться. Потому что я хочу посмотреть этот класс от нашего товарища Иридара. 25 денег, это пожалуйста. 9 дней. Так, я так понимаю, что новых приказов мне не дали. Да, новых приказов мне не дали. То есть это все приказы. То есть можно, допустим, например, потом сделать вот апгрейд, еще один приказ какой-нибудь. Ну... Так. Так, Евгений Калюк. Ага. Евгений Калюк, он обучался офицерскому делу. Так, вот. Теперь я могу, так понимаю, их производить, эти жилеты. 2 дня. Инженер. Ой, не, нахер эти инженеры. Мне и так их хватает. Этих инженеров. Так, давай-ка я посмотрю. Могу ли я теперь эти жилеты воспроизводить? Так, так, так. Да, вот все. Вот. Могу воспроизводить их. Отлично. Вот. Эти жилеты я буду давать абсолютно всем, кто хоть как-то в ближний бой идет. То есть штурмовикам, этим... как его зовут? Ну, всем ХТХшникам, штурмовикам и так далее. Так. Что у нас получается? Ждем принца Евгена тогда. Так, собрали баблище, 1500, погнали, посмотрим, что там на черном рынке нам дают. Блин, все-таки, походу, здесь опять какая-то херня, надо будет этот, сейчас... Сейчас какая-нибудь следующая миссия вырезет. Так, плазма Battle X. У них там, не, ну, нет, плазма Battle X, very interesting, блядь, перебьетесь. Херили совсем. Так, Арсонис, Хантер и Гренадер. Так, берем. Так, берем Хантера, берем. Гренадеры берем. Может, там что-нибудь прикольное. Покупаем, да, кристаллы, конечно же. Алоиса, точнее. И кристаллы тоже. Денег-то у меня все равно полно, вот реально вот. Суперхакинг тоже давайте возьмем кому-нибудь. Элитный прицел, обычный хакинг. Инженер, ученый. Потому что в случае чего тут я могу кучу всего продать. На самом деле. Так. Max Strike Rifle. Вот. Вот это давайте продадим. Нахер. Блин, вот в кои-то веки. Вот я сейчас пока сижу, записываю. Не знаю, вы слышите, наверное, вряд ли слышите, но тем не менее. Ну, короче говоря, кто-то приехал сейчас во двор с орущей музыкой. Вот, знаете, обычно приезжают какие-то типы вот с орущей музыкой. Это, как правило, какая-то вот там или приора, или вот что-то вот подобное. Вот такое вот говнище какое-то непонятное. Заниженное, затонированное, там с непонятными номерами. Оттуда играет какой-то либо рэп, либо какой-то дабстеп. В общем, какое-то говно просто откровенно, которое слушать невозможно. А сейчас приехала нормальная машина, оттуда играет классический рок. Ну, блять, ну хоть наконец-то нормальная музыка. А не это, блять, какая-то долбежка. Причем долбится так, что аж стекла трясутся. Я думаю, как там рядом-то можно сидеть и не оглохнуть при этом. Хотя, может, уже глухой. Я просто не представляю, на самом деле. Вот хочется, честно говоря, выйти и как его колеса ему проколоть нахер, потому что, блять, вот. Так жить просто невозможно. Значит, что у нас? Smash and grab. Да, мне точно будем отправлять людей с ускорением. Это 100%.
Отель Москва, да я даже не знаю. Сити Центр, Скорпионы. Да как, тут, в принципе, особо не важно, кого отправлять. Ну, давай Скорпионов отправим. Так, во-первых. Кого мы туда будем отправлять? Подождите, мне нужен будет... сейчас мне нужно будет подготовиться к штурму Избранного. Кто мне там нужен будет на штурме Избранного? А мне нужен будет Драгун, Дарт Ревен, Злой Леопольд. Да, вот вы вдвоем точно пойдете. Пойдет Принц Евген. Где он, кстати? И Дон Фисташка. Угу. Я хотел пойти лично. Но вот они, у них там, типа, они там хорошо тренируются. То есть, как бы... нет, к сожалению, Дон Фисташка не пойдет. Я пойду лично, обязательно. Я пойду, Принц Евген пройдет. Вот Акимба, Леопольд, Дарт Ревен и Виталя, наш гоплит, кто будет нас прикрывать. А, не Виталя, а вот наша тетя. Потому что Виталя где-то там... где-то там, короче говоря, он ушел. Он ушел. Ну ладно, ничего страшного. Так, значит, кто пойдет на штурм? Так, Хантер, Гренадер, Голубев, Дабл И, Игл, Двойной Орел, Двуглавый Орел. Ну, или двойной орел. Ну, дабл игл, то есть двойной орел. Так. Темплар. Там, в принципе, вроде как меня не ждут. Точнее, что-то серьезное. Я пошлю туда штурмовую группу, это 100%. Так что давай, пойдет Дмитрий Сверович. Да. Обязательно. Вот тебе как раз броня есть у меня, Станлансер, аж две штуки. Так, вот, держи броню. Держи жилет. Держи патроны. Держи второй жилет. И держи аптечку. Вот так вот. Вот. Так. Нет, ты не пойдешь. Так, Зинченко, да, пойдет. Обязательно. Здесь, ну, даем нановест. Нет, давай тогда сейчас, давайте я сначала наберу людей. А потом уже будем распределять. Будем распределять. Так, Шева. Да, давай Шеву отправим. Так, Спарка нет. Этот. Зиновьеви. Алиса, давай, ты пойдешь. Пойдет у нас, инфильтраторы пойдут у нас. Так, Гектор Хайверс, да, тоже пойдет. Людей еще можно отправлять. Давайте еще кого-нибудь. Давайте вот отправим еще двоих, например. Вот еще одного инфильтратора. Нет, вот. Сейчас, подождите. У нас тут где-то вот... кто тут был? Где-то еще один скрапер. Вот. Карина Лепру. Наш скрапер. Как раз. О, да, огнеметчика Зинченко. Так, Шеву в качестве вот скрапера. Вот. И можно еще одного инфильтратора отправить. Давайте. В общем, туда пойдет такой не самый топовый дивизион состав. Вот, вот теперь как раз 4 дня, вот 7-9. Я думаю, они там легко справятся. Будем ускорять, потому что вот теперь как раз можно что-то произвести. Во-первых, так, вот тебе броню Станлансера. Тебе нужен пистолет, тебе нужен меч. Так. Это меч Ростовцева, это меч Принца Евгена.
Так, по броне, то есть мне нужны жилеты. Получается, Шеви нужен этот вот жилет. Гектору тебе жилет. Хотя там всем нужны жилеты, вот эти вот хелверины. Я всем вам и дам эти жилеты сейчас. Так, ну они, кстати, тут, знаете, они дорогие. Они реально дорогие. То есть мутоновские жилеты дешевле. Давайте не всем тогда. Во-первых, я хочу дать им пушки обновить. Так. Так, ага, пистолет и меч еще нужен. Давайте сначала начнем с оружия. Нужен гаусс-пистолет еще. Где-то там в конце, по-моему, где-то был. Вот он, да. И нужен меч. Или топор. Но я бы на самом деле дал бы меч. Плазма Батл Экс. Ниндзято. Биосабля. Флейм канист, бюстин канист, просто кислотная канистра. Вот это дорого. Это дорого. Поэтому пока делать не будем. Топоры. Или топор или катану. Топор или катану дать. Давай все-таки катану. Сейчас мы тебе ее поменяем на рескин какой-нибудь. Потому что с катаной может официально ходить только один человек. Это наш самурай. Но неофициально. Ну вот, может не только. Фиг. Где там этот гаусс долбанный? Пока найдешь его, конечно, здесь. Так, нет. Так, вон он. В самом конце. Вот он. Гаусс-пистолет. Так, рискин. Так, чтоб тебе дать? Что у нас тут есть? Револьверы. Не, надо что-то большое дать. Какой-то нормальный большой пистолет. Можно, конечно, вот это вот. Думаю, нет. Да, я скорпиона тебе дам. Так, а катану мы переделаем. Так, нет. Тем более выступает сильно. Ну нет. Не, я хочу ему что-то рабочее дать, то есть вот. А, да господи. Чё я туплю? Пусть он всех ногами пиздит. Гаусс-пистолет нельзя нельзя ничем этот, как его, оборудовать, да? Ну ничего страшного, мы сейчас обычный пистолет ему дадим. Сейчас в катану вставим пару вещей. Вот. Вот, другое дело. Ну, а теперь дадим ему именно его гаусс-пистолет.
Там где-то в самом конце должен быть теперь. Вот он. Так, теперь давайте, что там по бронежилетам. Ладно, вам оставим ваши бронежилеты. Значит, получается, вот тебе надо дать другой... значит, получается, тебе халверин. Тебе халверин. Так. Хелвей. Ну, я уже, я так называю. В принципе, похер. Так. Energy Core. Это не то. Это не то, что мне нужно. Так, патроны. Патроны на урон даем. Так, биоплейнтинг. Аптечка. Вот, другое дело. Так, один снаряжен. Так, следующий Шева. Давай тебя снаряжать. Правда, у тебя брони нету. Так, билд. Сейчас, дай-ка я... Сколько у меня еще этих алойсов? Студен. А что это вот этот жрец делает? Ну-ка, дай-ка поюсь то. Хм. Ну-ка. Значит, ган. А это вот интересно кому. Вот, ну-ка, дай-ка я попробую, посмотрю, что он делает. Это броня или что? Так, вот он. Abilities. Так. Плюс 10 АИМ, 10 крита. После движения. Так, ну-ка. Давай, вот это и, да, и, вот это и возьмем. Ну вот, так. И теперь получается... Тебе надо дать, во-первых, тоже пистолет. Чтобы он у тебя был. Маг пистол. Давай маг пистол, да, потому что тебе по... Потому что обычно гаусс пистолет тебе, ну, так сказать, рановато еще пока. Так. Так, возвращаемся, да, извините. Так, на тебе пистолет. На тебе этот, как его. Да, на тебе аптечку. На тебе бронежилет. Вот, ну и все. Сейчас только тебе рескин пистолета сделаем. О, такой вот. Так, а тебе, кстати, что тебе можно дать? Хакинг, мобилинти, бодищилд. Вон, бодищилд, вернее. Пригодится, я думаю. Так, ну и что мы имеем? Мы эту миссию обязательно будем ускорять. Вот это новое оборудование, посмотреть, что это из себя представляет. Так, и теперь дробовики. Так, выдаем новые дробовики. Где-то вот должен быть. Нет, значит, еще ниже. Вот он. Вот он, дробовик. Отлично.
Так, магазин, лазерсайт, приклад. Делаем рескин. На что? Кстати, по ходу звука этого гаусса, по ходу распространяется только на этот, как его зовут? На штурмовые винтовки, а на дробовиках вроде все в порядке. Каких дробовиков еще нету? Так, а вот это у нас что за дробовик? Ну, пусть будет этот, почему бы и нет. Такой вот немножко прокачанный. Так, и кому еще я там дробовик сделал? Ага, вот тебе, лепру. Так, ну и вот эти дробовики мы продадим спокойно. Да, надо уже, надо будет как что-то сделать вот с этой штукой, этот, как его зовут? С сортировкой оружия. Так, speed reloader, laser sight, вот. Вот, другое дело, все, ребят, идите, нападайте им там от души. Прям пипец он, конечно, лагает. Именно почему-то вот здесь лагает. Так, Дон Фисташка и этот, как его, вот принц Евген сейчас завершат свою дружбу. Дружбу-службу. Так, 4 дня. Star the Liberation Region. Нет, долго. Так, вот, инцидент завершили. Кто у нас еще кто-нибудь на обучении есть? Над дружбанами нет? Нету. Так, потом, я потом посмотрю этих, на моих новобранцев. Ей надо будет, я думаю, надо уже, я их определю в этот, в отряд отеля Москва. Ага, и вот готов у нас на адвентовскую колонну. Вот сейчас будет тут веселье. Так. А чё у Матвея? Матвей Возняк. А чё у тебя с этой... Подожди. Опять что-то случилось, что ли? Опять что-то там обновилось? Так, где ты? Чё там у Матвея? Где он? Вот он. Как странно, у него не отображается, что он джаггернаут. Что за хрень? У него, блин, у него ничего не отображается. Блин, класс. Этот джаггернаут заглючил, что ли? Несите нового, да? И не прокачивается ничего. Блин, Матвей, ты уж извини, но видишь, с твоим... Я знал, что этот джаггернаут какое-то говно, блин, лютое. То есть, вот, видишь, он даже заглючил почему-то. Он даже почему-то вот заглючил. Ну и как мне с ним теперь воевать? Не, ну ракету-то он пустит, я надеюсь. А если не сможет, кстати, пустить? Так, а что здесь у нас? Так, Арсонист, у него тут Cover Me, Salvo, Medical Spray, Rapid Reaction. Кстати, по-моему, какой-то новый.
Так, Downing Rush. Прикольно. Да, вот, давай cover me. Так, ладно, тебя мы определим чуть попозже. Я даже, наверное, еще знаю, в какой отряд в этот последний свой отряд альфа создадим. Так, что у нас по снайперу? Давай посмотрим, что он из себя представляет. Так, снайпер, вот, снайпер. Так, что у тебя по доп-скиллам? По доп-скиллам у тебя полная хрень. Поэтому качаем тебя. Качаем все стандартно. Так. Нет. То, что это не тебе, это тебе не нужно. Определим тебя потом в этот. В отель Москва. Так, и гренадер. О, господи. Чё ж ты страшно такой? Так, что у тебя? О, это гранатометчик прям поддержки. Вот вы просто посмотрите. Deep cover. Причем поддержка. То есть, лол профиль. Deep cover, лол профиль. Отличные навыки на защиту. Давай к поддержку гранатомета. Скрин. Возьму дым, потому что халява. У него халявный дым, чё бы нет, если он будет чисто ходить с гранатами. Поддержки, стан гранаты. Ну вот. Ни хрена себе у него дополнительных навыков. Deep cover. Так, ну тебя мы тоже определим. В кого не... этот. Уже после миссии, собственно говоря. Так. Здесь все нормально. Что-то, короче, какая-то хрень, блин, случилась с возняком. Че, опять его переобучать как-то, я не знаю, то есть. Так. Ну, ладно, если я не смогу починить его, то есть я его просто переобучу в другой класс. Ты уж, Матвей, извини, но вот такая вот фигня как бы получилась. Я здесь вообще ни при чем, и я не понимаю, почему так произошло. Видишь, у тебя класс потерялся, у тебя класс просто пропал почему-то. Просто взял и пропал класс. То есть, я не знаю, почему так произошло, но ты вот теперь, ты просто, ты даже не гражданин. Ты видишь, вот у тебя вот вообще ничего нет, ни одного навыка. Как бы ты не поломал бы всю, этот, всю миссию из-за этого, на самом деле. По крайней мере, может быть, ты хоть из ракеты начнешь стрелять. Хотя, этот, я даже не знаю. Ладно. Короче, посмотрим на миссии. Поэтому сейчас я попробую миссию загрузить. Если она будет работать, то хорошо. Если нет, то тогда миссию придется просто отменять из-за вот, вот всего вот этого. Можно много чего сделать. Настрой. 5. Инферно Кеннон. Тут огнемет. Грунейт. Но мне хватит сейчас еще что-то на одно. Ну, почти. Крисалиды. О! Крисалиды или мутоны. Мутоны. Давай мутоны. И вот. I'll send word when the project is complete. Так, во, прицелы. Лазерсайты. Потрачу даже на это ядра. Не пожалею. Так, заказали. Все, ладно, сейчас пробую загружать миссию. Увидимся уже там, если что.
Итак, ну что же, вот наша карта. 36 врагов, меня тут, как обычно, 12, всего лишь в 3 раза больше их, ну, ерунда. Сейчас справимся. Обратите внимание, новая сгенерированная карта. Мы же находимся в Южной Африке, и здесь вот прям вот куча песка там и так далее. То есть такой город, засыпанный песком. Ну, блин, вот наконец-то пошли какие-то карты интересные, пустынные карты вот там... Я еще видел, там есть карта во время бурана, зимняя. Возможно, мне как может создать еще один отряд, который будет специализироваться на зимних картах. Но я, к сожалению, пока что ни одной не увидел. Да нет, отрядов мне, в принципе, и так пока хватает. У меня вот есть еще отряд под названием Альфа, который чисто городской камуфляж, такой пятнистый, сине-черный, еще не реализованный. И еще не полностью заполнены все остальные отряды. Итак... В общем, у нас есть на этой миссии разведчик, поэтому разведчик вперед. Давай посмотри, что там впереди. О, впереди нас сразу ждет туретка. Отлично. И тут у нас гражданские. Тут вот кто-то есть. Это, кстати, какая-то база Адвента. Прям вот реально база Адвента. Так, ну я тут пока никого не вижу. Вообще никого не вижу. Так, подходить. Че, будем эту туретку взламывать или убивать? О, а там еще, смотрите, там еще туман какой-то. Или что это? Какая-то песчаная буря. В общем, блин, здесь у нас какой-то, похоже на открытый рынок. Сюда вот снайперов можно будет посадить где-нибудь. Так. Так, Спарка снайпер, давай. Так, обходи. О, вышка. Ну-ка, что там? Сквад Блиц. Что дает? Да посмотрим. Сквад gains free run and gun ability. Или волю. Ну, волю на самом деле. Улучшить это было бы, конечно, хорошо, но этот, как его? Тут у меня нету псайкеров, никого из псайкеров нету. Нет, давай я просто здесь пока встану. На остановочку, наверх. Так, а вот, допустим, например, вот ты, да. Денис, давай взломай мне эту вышку и как раз получи себе... Получи всем свободный run and gun. Я думаю, будет отлично. Так, вот, у тебя есть свой ранэнган, и у тебя есть еще теперь свободный ранэнган. То есть у тебя два ранэнгана есть. Ну, вообще шикарно. Yes, так, давайте выставляемся потихонечку. Матвей. Вот, Матвей Возняк у нас почему-то заглючил. И теперь как-то очень странно работает. Ну, придется, возможно, его переучивать на кого-то. Так, начинаем потихоньку здесь располагаться. Так. Выполняю. Да, вот такая вот. Карта, конечно, засыпанная песком. Прям мне очень нравится. Здесь уже. Я не хочу пока эту туретку агрить. Yeah. Поэтому давай просто вот встанем. Где-нибудь вот так вот. Так. Тим, ты давай вставай сюда. Круто! Ну, а искра, ну, встань сюда. Буду настороже. Так, избранный не придет. Че, устал? Или взял себе отпуск?
Так, туретка меня особо не интересует. Меня интересует, что вот там дальше. Никого не видно. И вот там никого не видно. Вот. Хотя вот там уже... Там кто-то может быть все равно. Ага, а вот и на... А вот и наши ребята. Искра, кстати... Нет, она их отсюда не видит. Ну, слишком далеко. Я давай я вот так вот встану. Хотя нет, ты отсюда вполне всех видишь. Туретку теперь не видно. Ну, в общем, понятно. Надо вот здесь вот сейчас садиться. Туретку мы взломаем. Так. Steady weapon. Так, снайпер. Садись сюда. Так. Тоже steady weapon. На всякий случай. Второй снайпер, садись сюда, Дотор. Давайте смещаемся, в общем, в эту сторону. Сделаем. Roger that. Так, где мои рейнджеры? Мой фронтлайн. Так, Шпигель, давай сюда садись. Так, Лёша Банан. Садись сюда. Так, Матвей, садись сюда. Да, конечно, у тебя самая говёная вот базука, что сейчас имеется. Но вот, нет пока другой у меня, к сожалению. Так, Зиновьев, давай садись сюда. Бегом! Так, огнеметчик. Куда бы сесть огнеметчику? Здесь уже все занято. Давай пока сюда сядь. Oh, really? Ну, искра, ей пофиг, поэтому садись сюда. Буду на чеку. Так-так, ну и где вы там? Вон вы шастаете. Рокет, лансер, щит, барьер. Сейчас я их подсвечу. Так, давай сюда. Сядь. Вон они. Так, а кого я вижу? Щит-барьер, элитный лансер. Ну, по щит-барьеру надо лупить. Так. Первый сержант. Снайпер-райфл. Щит-барьер. А почему, кстати, у тебя... Ту-хит. А вот поэтому... Крита больше. Фланг таргет. А этот не фланговый. Так, окей. А ты видишь? Нет, не видишь. И вы не видите. Так. Ну давай тогда по нему лупи. Раз только его видишь. Так, расселись, окей. Снайпера. Ой, как хорошо, ты посмотри. Так, давай, дедаем. Готов. Следующий. Кто там? Тим, ты кого-нибудь видишь здесь? Тим никого не видит. Вот вообще никого не видит. Кстати, Влада могут сейчас найти здесь.
Так, там туретка. Вот здесь туретка, но если даже я туретку-то взломаю, они все равно... Хотя они могут туретку эту увидеть. Я даже не знаю. А если я сейчас подойду, я могу... А, нет, вроде туретку вот здесь я не увижу. Так, подойди туда сюда. Угу. Так, рейнджер наш... Подойди сюда. Так, огнеметчик. Огнеметчик. Так, Зиновьев, сядь вот сюда. В глухую. Понял вас. Занимаю оборону. Огнеметчик, подойди поближе. Вот сюда тоже в глухую садись. Никак. Не увести его. Так, искра. Лакомый кусочек. Так, давай протокол, протокол защиты на искру повешу. Ой. Ну, здесь steady weapon. Так, Матвей, садись поближе. Так, Sharp Max. Дым пока не будет, да? Так, подходите. Нашли таки. Блин. Сентинель. Not good, not good. These blokes can't shoot to save their asses. Так, элитный ганнер. Ух, блин, опасно. Не, надо было не на искру, надо было на него протокол защиты. Сейчас я его отведу. Так, нормально. Первый выстрел, все поглотила броня. Блять. Ну блин, там 50% там. Повезет, не повезет. Опять 25. Так, этот кастанет щит. Да. Так, это была ошибка, честно говоря. Надо было отводить его. Надо было его оттуда отводить. Так, 67. Офицер. 36. Ага, я понял. Так, ладно. Сейчас мы его... А, нет. У него же есть собственная аптечка. Да, у него есть собственная аптечка. Ну, у него Shadow Step, ему пофиг на все эти ваши... Так, Матвей, садись вперед. Ты можешь мне... Офицера... Нет, ракету жалко на него тратить. Вот тут туретка. Но туретку мы найдем. Так, давай, run and gun. Сейчас сюда подбегаем. А, 67. Ага, ну, в общем, снайпера все равно его не видят. Тогда давай меточку на тебя поставим. Сейчас отработает один из снайперов по тебе.
Precision Shot'ом. Эх, Дотор, ну шо ж ты, блин, в 70 промазал. Так, то же самое делаем. И ты туда же. Я знал, что из этого ничего не получится. Инкава. Так, ладно, окей. Так, Влад, отходи. Roger, I'm with you. Так, Шпигель, дам тебя посадить. Gotcha. Так, а его, блин, не видно ниоткуда. То есть вообще не видно. Можно, конечно, вот... Блин, зря только потратил навык. Вот реально, зря потратил. Так, огнеметчик, садись туда сюда, чтобы тебя не видно было. А, и, в общем, отсюда турет. Сейчас я его ломану. Так, целься. А ее все равно не видно. Зато вот она меня будет прекрасно видеть. Зиновьев, подойди, подсвети мне туретку. Координаты получены. Вот. Так, что мы тут делаем? Rescue протокол никому не нужен. Airdrop. Тоже особо здесь никому не нужен. Дай-ка я на всякий случай сделаю скаут-протокол. Ага, только вот куда? Ну, давай туда. Сделаю. Так, ничего нету. Ну и лома... Сейчас мы ее ломанем. Еще одна впереди. Еще одна туретка. Так. Блин, не хочу посылать. Хотя Зиновьев может, конечно, пробежать сейчас и рапид-файером просто пальнуть. Но он откажется под ударом всех вот тех чуваков. А у меня на него... Но вот убить офицера, это, конечно, прям будет мощно. Так, ладно. Давай я потрачу пока свой ранган. Вот так вот. Давай сюда. Спешу. Здоров. Ага. 22, ну вообще-то. Так, и сейчас... Сейчас мы еще какую-нибудь там цель пожирнее поставим. Так, Шпигель, okay. Давай подходи сюда. Так, искра, давай сюда подходи, я искру подставлю под удар. Yeah. Ага, только они искру не видят. Они видят только его. Оу! Так, covering fire. Вон они, блин, они там так кучно сидят. Конечно, прям. Ох, блин, он решил так поступить. Броня, надеюсь, выдержит. Броня выдержала. Сейчас я его потушу.
Да заебал, блядь, вы заебали в 42 попадать. Когда, блядь, мои, блядь, еще мажут постоянно. Блядь, как они там хорошо прям сидят. Черт, повезло. Так, ладно, сейчас я возника туда подгоню, чтобы вот он... Вот туда точно... Извините, им нужна ракета. Так, во-первых, так, ты лечись. Да, вот я жалко драгуна не взял. Так, а туретка... Нет, туретка никого тут не видит особо сильно. Так, давай посмотрим. Ты вот отсюда кого-нибудь видишь? Да, отсюда много кого видишь. Так, ну... Так, сядь сюда. Уже иду. Комбат протокол. Комбат протокол я не особо-то хочу тратить. Так, возняк, а куда вот его? А ну вот сюда надо садить его. Только вот надо этот... Снять, как его зовут? Овер, потому что там овер реально... Там овер страшный. Так, искра снайпер, что ты мне скажешь? Искра снайпер видит его, его... А, ну он... Минус урон, потому что он в укрытии сидит, да? Да, потому что они все сидят в укрытии. А у него сентинель, то есть если я даже сейчас овер сорву, он, если я сейчас сорву овер, он все равно этот будет стрелять. Так, как насчет этой штуки? Нет, далеко слишком. Так, давай-ка пулеметчик сюда подойдет поближе. Я сейчас попробую флешкой их. Достанет? Нет, не достанет. Так, комбат протокол. И у меня нету вот этой фигни, что снимает овер. Ну, тогда давай комбат протоколом. Потому что вон в прошлый раз на миссии, по где там было в лость, в, у лостов резня... Вот один сентинель, он, конечно, был забагованный, но тем не менее он пальнул на овере и очень неплохо мне так снял. Опа. А там еще один овер. Но вот этот, тот овер я точно могу сорвать. Слушаюсь. Это что ж такое, горло першит. Так, давай, Матвей, пришел твой звездный час, пришел. Лупи. Открой мне их. Так. Открыл. Ой, молодец. Ай, ай, красавец. Ай, ты мой красавец. Ну все. Так. Давай, Дотор, ты лупи первый.
Так, этот готов. Так, сейчас сначала снайпера. Так, теперь ты. Значит, получается... Ага. Так, огонь. Давайте, слупите снайпера. Все еще живой, гад, ты посмотри на него. Так, шпигель, давай, gotcha. Так, подойди. 94. Давай, гарантированным уроном. Я, кстати, заметил, что вот этот звук у гаусс-пушек, он распространяется только на штурмовые винтовки. У всех остальных он нормальный. Так, нет, ты давай лупи по рокету. Потому что этот пидор... Ой, хорошо, блин, ему зарядило. Так, тут 45. Не, давай стан. Не, не буду стрелять, давай станом. Отдыхай. Так, ультрабанан. Ультрабанан. Ультрабанан ни до кого здесь не добежит. So I go. Поэтому давай-ка я его просто вперед пошлю. И ты тоже садись сюда. Так, а вот огнеметчик наш. Да он тоже толком-то здесь не добежит ни до кого. Я, конечно, могу Burning Rush применить. Но этот... Вот эту сентрю мне убивать сейчас нечем. Ну, по... Не, ну... Я могу... Давай я попробую подвести вот искру сюда поближе. Достанет она его? Вот немного не достает, да? Так, это одноразовый. Можно так, конечно. Ну, у тебя там урон, да, у тебя самый слабый ПП из всех возможных. Так, ладно, давай я просто тогда пальну огнеметом. Вдруг он в лужу. Зайдет в лужу. Вот в ту. Так. Огнеметчик вперед. Так, Влад сидит там. Честно говоря, ты просто... Вот сейчас ты стал просто бесполезным, потому что тебя раскрыли. И это единственное, для чего берется разведчик, чтобы просто палить вот отряды. Но, к сожалению, тебя раскрыли, поэтому вот... Поэтому вот. О-о-о! Вон они подходят. Мутоны. Отряд мутонов. Мутон Центурион. Элитный мутон. Отлично, отлично. Так, немножко надо отойти назад. О, ни хрена их там. Там сектопод. Ни хрена они там все в одном месте вон тусуются. Там эфириал был? А, нет, мне показалось. Я думал, там был эфириал. Похоже. Так, надо немножко отойти назад. Надо немного назад отойти. Так. Угу. Ну, этих вы вряд ли тут достанете. Вот эти туретки, конечно. Я бы вот сюда бы, конечно, снайпера посадил. Искру снайпера. Кого она еще видит? Mm-hmm.
Давай огнемет. Огнемет искры, конечно, очень красивый. Тут целимся. Так. Вот, да, на искру. Протокол защиты. Надо вот с этой стороны их обойти. Тим, давай. Надо обойти их вот с этой стороны. Вот так вот. Так, лупи по берсерку. Да ё-моё, шпигель, твою мать. Ты, блядь, тупорылая овца. Ты, блядь, вот чё не можешь попасть в такую огромную тушу? Давай, Матвей, лупи. Да, он сгорит на следующем ходу. Так, а вот мне надо, кстати, вот туда подбираться поближе. Ну, так-то я его обойду, конечно, с фланга. Ну, а чё толку-то? Вот даже... Вот, кстати, Quick Burn. И этот... Ну, дважды я пальнуть не смогу, он еще не работает. Так, бананчик. Давай вставай сюда. Надо занимать линию фронта. Точнее, выстраиваться. Так. Так, ты становись сюда тогда. Есть, выполняю. Так, ты сядь сюда. Так, Татор. Сядь сюда. Так, а ты? Давай сюда садись. Ну давай, ну садись. Иду. Горел. В общем, там осталась одна сентря. Туретка все еще хакнута. Но я все равно ее никого не вижу. Он там стоит так неудачно. Давайте, если мутоны пойдут, они могут просто наступить вот в эту горящую область огромную. И, ну, пропустят свой ход. Сапресс, Варкрай. Пока что у нас такая позиционная война идет чисто. Ну что, сейчас снайпера выдвинутся на огневую позицию. Берсерк не добежал. Граната за скотина, а?
Ох ты ж, блядь. А у меня, как назло, кстати, гранатометчика нет. Вот что-то я плохо подготовился к этой миссии. Прям реально плохо. У меня нет гранатометчика, у меня нету гранатометчика поддержки, имеется в виду. То есть флешками никто их не сбросает. Что-то я прям реально сплоховал и плохо подготовился. Так, пока погоди. Так, искра. Три, 36. Ты никого здесь не видишь. Так, ну тогда поставь меточки. Вот на него. Получается, у нас ранена искра. Покоцано. Так, Матвей. Значит, ты кого видишь? Ты видишь вот его. Так, перезаряжайся тогда. 51. Значит, ты видишь, Дотор видит только вот его. Не, надо... Не, зря я его оттуда увел. Надо его вот увести. Давай обратно. Пусть лучше он здесь сидит. Прям неудачная у меня позиция. Так, подожди пока. Он бы по такому, только по нему. Окей. Так, вот тебя подавили вот с этой штуки. 9. 27. 43. Ну, конечно, получше немного стало. Так. Кто там на овере? А, вон там на овере сидит, гад. 74. Так. Ладно, давайте начинаем. Мутон, хорошо. Так, шпиги. Ну, пап, давай, 34. Вон. Ну, как его. Она по факту промахнулась, но все равно неплохо. И шредерганом давай. Ща добьем. Сто процентов. Так, давай овердрайв. Ищ. Готов. 28 крит. Да, блядь, иди ты нахер. Вот. На искру протокол защиты. Так, ну попробуй, слушай. Что ж такое? Не буду шквальный огонь тратить. Мутоны постепенно сокращаются. Их фронтлайн постепенно сокращается. Кого ты видишь? Его, да? Ну, тяжело, конечно, но попробуем. И он попал! То есть, Дотор прям решил такой на все деньги выступить. Так.
Так. Я, пожалуй, даже вот это потрачу. Не поленюсь. Потому что сейчас он гранатой своих пальнет. Там даже одного хп хватит. Так. Этот хер. Так, садимся сюда. Ясно. На всякий случай. А лут я заберу, ребята. Лут мне нужен. Ах, осталось двое активных. То есть, получается, элитный мутон остался и вот центря. И такая у меня позиционная война. Я просто не хочу продвигаться вперед, чтобы там всех не сагрить. Можно так, начинать. Давай-ка я перезаряжусь. У него анимация немножко поменялась. Тут танкер. Занимаю оборону. Руки да! Ну все. Хак эффект лосс. Ну там сейчас троян должен этот сработать. Так, ага. Вот и вот еще пак подходит. Прям на это же место. Так, Бутон Хэрриер, капитан. Так, Биотрупер. Пурифайер. Это кто там? Команда. Ну, команда это просто этот. Элитный Пафайдер, дуэлист, мех. Вот элитный приз сейчас. Ну, такой плюс-минус опасный. Хорошо, вы там сели, прям кучно. Ты можешь держать его там сколько угодно. Ха, и теперь, кстати, туретку никто не видит. И она никого оттуда не видит. Так, погодите теперь. Так. Перезарядка. Run and gun. Опа. Так-то лучше. Подожди. Сейчас еще пальнуть успеем. Ты у нас этого не видишь. Ты видишь вот его. Ария Сапресс. Да. Так, перезарядись. Ария Сапресс. Теперь что мы делаем? А, протокол защиты на вот нашу сестру. И сейчас я их меха взломаю. Ну или просто отключу. Знаете, кстати, лучше, чтобы его не агрить, я лучше его отрублю. Не буду его взламывать, потому что там за ними еще факи стоят. Я просто его отключу. Но все равно потом действовать не сможет, когда придет в себя. И еще и урон получит. Что делал? Так, Матвей. Ну-ка, вот. Ракету туда, пожалуйста. О, хорошо, биотрупер, пурифайер открылся. Так, кто из вас опасный гадок? Так, ну ты давай по нему тогда лупи. Огнеметчик будет долго до меня бежать. Thank you.
Так. Мне надо вот этих бы, конечно, поджарить. Хорошо. 75. А по кресту 70. Так, а где мой второй снайпер? Вот он. Так, давай-ка ты по на креста сделаешь rapid targeting. Почему ты их не видишь даже с фланга? А, потому что вот, тебе надо вот сюда сесть. Теперь искра. 100%. 80%. Давай 80%. Царапнуло его. Плохо. Зиновьев. Угу. Ну-ка, застань-ка мне его, пожалуйста. Отдыхай. Ультрабанан. We have our orders. Ты не в карте стоишь здесь? Ладно, сядь сюда. Так, шпигель, переместись сюда. Так, вот у этого Shadow Step, ему похер. Вот этот сейчас получит пиздюлей, этот может тоже получить. Подходить просто туда немножко опасно сейчас. Я, пожалуй, вот активировать овердрайв. И все-таки... Ладно, давай все-таки Рананган. Жги. По всем мимо. Ну, шикарно, что могу сказать. Твое время еще пока не пришло, здесь целимся. Okay. Такая у нас позиционная война здесь идет. Сентинель что будет делать? Протупил. Хэрриер капитан огреб. Ну слушай, неплохо так огреб на самом деле. И он что-то протупил как-то сильно. 40, попал 45. Окей. Хрена себе, ты смог покоцать искру? Или у тебя там что-то этот? Странно, кстати, что ты смог его покоцать. О, загорелся, отлично. Файдер. Ну да, сейчас все по искре будут лупить. Вот я специально и повесил на нее протокол, он 2% всего лишь. Он загорелся. Он его ударить хотел. Но анимация отменилась. То есть вот вы когда. Вот, то есть, когда бежишь этот. Мутон элит из No Longer Burning. Это что за бред? Ой, там и
как вот туретку уже оттуда видит. А в кого она стреляла? Блин, в Зиновьева. Она Зиновьева отсюда видит. Ну, вот такой бред. Почему он загорелся? Это раз такой отбежал. То есть, блин, вот игра читерит прям на. Причитерит прям на глазах у меня, даже не скрываясь. Так, 55, 32. Дай-ка я перезаряжусь. И вот этому мужчине я сейчас разрушу укрытие. Сейчас через приказ ему. Да, правда, теперь, по-моему, его, кстати. Нет, видно все еще. Так. Так, протокол защиты вешаем. Тут что мы делаем? 56. Да, попробуем. Чё бы и нет-то. Есть. Готов? Или все еще живой? Все еще живой. Ну, зато хоть попали. Так, пошел нахер отсюда. Двигаюсь на позицию. Так, сейчас я тебе, блин. Так, угу. Здоров. Нахуй иди. Надо что-то с той туреткой делать. Давай этого добьем, попробуем. Тебе. О, Зиновьев качнулся, отлично. Так, получается, вот здесь стоит у нас команда Advent. Вот здесь ритм Purifier. Ой, Pathfinder. Странно, кстати, что он его смог покоцать его как-то. Я не знаю. Че вот с этой туреткой? Надо, чтобы кто-то ее подсветил мне. Эту туретку. Поехали. Так, подсветил. О, Влад. Тебе все делать нехер. Вот, подсвети мне ее, пожалуйста. Вот, так. До свидания. Взяла мне, Зиновьева покоцала еще. Так, тут что мы делаем? Тут надо продвигаться мне вперед. На самом деле. У тебя длинный. Прозвучало двусмысленно немного. Я имел в виду нет. Надо бы мне мутона поджарить. Но
Но я вот боюсь вот туда продвигаться. Если я сейчас продвинусь туда, я сейчас могу там сагрить кого-нибудь. В то же время мне двигаться-то вперед надо, в любом случае. Так. Так, ладно, на искре у нас протокол есть. Поэтому давай я вот... Вот он вот тут стоит, гад. Давай я выдвинусь. Ага. Все, нормально. Ты его видишь? Так. Убиваем овердрайв. Овердрайв. Так, гори-гори, ясно. Там еще кого-то еще задело. Да похер на вас. Так, этот горит. Окей. Так, теперь. Давайте вот шреддерганом мы еще постреляем сюда. Так, шпигель. Так, Неотулин. Ты кого видишь? Его видишь? Я хочу, чтобы ты мутона мне немножко так покоцал. Точнее, поджарил. Так, давай ранганом надежнее. Подавление возьми мне мутона. А то он там что-то... Это... Шпигель, подходи. Здрасте. Блять, шпигель, твою мать, ты заебала уже этой хуйней делать. Я тебя нахуй разжалую. За вот это вот. Блять, и ты туда же! Вы оба, блять, заебали меня! Блять, я вот для кого здесь специально сделал, открыл его для вас, что вы, блять, мазали по нему, что ли? Два долбоеба! Да, вот это, конечно, вот это подавление. Ну, спасибо хоть на это. Вот это подавление, что огнеметное, что ты гарантированно поджигаешь и все. Ой, с этой стороны подожди, с этой стороны подходят. Так, а кого они видят? Там четверо всего, сигнопод. Получается, два мутона девастатора. Ага, вот они с этой стороны здания подошли. Кто там шевельнулся? Purifier. Но зато, блядь, вот на овере в 31 попасть мы можем. Блядь, где логика у этой игры, я не понимаю. То есть по стоячей цели, которая просто стоит в голом поле, условно говоря, мы попасть не можем? Нет, это мы так не умеем. А вот, блядь, вот когда он там двигается, изворачивается, перекатывается, ну, фигурально. Блять, это мы умеем. То есть я не понимаю, как у вас так получается, серьезно. Так, с той стороны подходит сектопод. Так, ага, у тебя троян вирус прошел, да?
Ничего. Фу, сейчас так. Спокойствие. Так, элитный криорокет. И оттуда идет сектопод и криорокет. Ну. Угу. Криорокет нас флангует. На вот вам канистры. Команда сдох. Отлично. Я тебе потом протокол спасения дам. Вот это тебя отведу. Так, на сектапу. Вот у нас у Возняка осталась последняя ракета. И мы этой ракетой... Так, давай, шпигель, блять, вот, попади, я тебя умоляю. Нет, нахуя попадать, то есть. Действительно, вот, просто. Бля, вот, она так хорошо показала себя, вот, предыдущей, что-то, походу, зазналась. Вот, походу, реально зазналась, и что-то прям, вот, такая. Ну, я ж теперь, я же крутая мега-элита, я ж теперь могу тут все, знаешь, вот такая вот. Да, так, в кольте веке давай я тебя починю. Так, надо сектопода сюда выманить к нам. Сектопода сюда к нам выманить и этот... Так, 7... Так, ну ты только его видишь, тогда лупи по нему. Ага, он сгорит на следующем ходу, замечательно. Так, с вами что мы делаем? Он девастатор. Не-не-не, вы давайте вот подойдите вот сюда, поближе ко мне. Так, Зиновьев. Надо его отвезти, во-первых. Да, вот сюда отводим. Слушаюсь. Он мне пригодится, он мне сейчас он пригодится мне еще. Так, и лечись. Само отвалится. Тут что мы делаем? Так, давай таргет на него. Таргет на огнеметчика. То он там такой стоит. Ну, он еще в дыму стоит. Блин, огнеметчика надо убивать. Я вот даже вот... Не, подожди. Подожди. Во-первых... Нет. Давай на него. Вот так вот. Да нахуй. Теперь... Так, Матвей, сядь вот сюда. Давай, постреляешь по нему. Вдруг ты его сам убьешь. Не хочу просто шквальный огонь на него тратить. Вот, вот Матвей сегодня молодец, вот просто красавчик.
То есть к нему вот у него какой-то у него класс почему-то сломался, но, блядь, он лучше выполняет работу, чем вот эти два долбоеба, которые, блядь, профильные. Так, протокол защиты на искру. Просто вот, когда вот два специалиста есть, вот просто вот искра постоянно под протоколами защиты. Ее бесполезно, вы ее не убьете. Не, ну вы по ней забейте, вы по ней не попадете, ни хрена. Так, так, rescue, вот. В релизной версии этот rescue протокол, протокол спасения, еще дает плюс 5 к мобильности. То есть у него сейчас была бы еще 19-я мобильность, и он бы спокойно мог бы убежать. Так, ну мы... Дабте сесть. Так, давай ты сюда лучше сядешь. Так, Влад, садись сюда. Так, здесь банан. Банана надо отводить немного отсюда. Уж он здесь он сильно подставляется. Или... А, нет. Я просто этот. Я просто не буду сейчас ни в кого стрелять им. Просто в ханкер сяду. Так. Мутон больше не горит. Этот горит. Этот сгорел. Ну вот, осталось, получается, там сектопод остался. Ну, сектопода мы что отключим? Lighting fit. На тебя я потраю. Вот, ракета у меня есть специально для тебя. Блин, он Лёшу флангует. Блять. И Лёша получил пизды, прям хороших, хороших, надо было отводить его все-таки. Это ошибка. Это явно ошибка. Блять, еще блять, вот в 22 они попадают, то есть как бы тушатся, когда захотят. Мои, блять, не могут и в 80 попасть там вот и так далее, то есть. Повезло, пиздец, как повезло. Так, этот криворокет. Так, сектопода мы сейчас отключим. Просто чтобы он постоял, ничего не делал. Криворокет сейчас сдохнет от этого, от штурмовика моего. Так, чё? Сопресс? Окей. Про банан, блин. Надо было, да, надо было его отводить. Это была ошибкой. Это была ошибкой. Так, пока тогда подожди. Вот. Так, сектопод. Давай посмотрим. Ты вот отсюда видишь. Так, перемещайся тогда. Так. Блин, у тебя еще эта штука не перезарядилась. Окей. Сектопод. У меня для тебя есть хорошая новость. Ну, наверное. Я тебе сейчас срепану просто. Так, 60, 46. Угу, ты его видишь. Давай меточку тогда. Поставь меточку мне, пожалуйста. По нему прям так хорошо лупилось. И вот на него. Так, Матвей. Сектопода ты пока не видишь отсюда. Нет, ты вот отсюда видишь, но ты ракеты по нему. Не факт, что ты в него попадешь. Что ракета сейчас будет заблокирована. Да, то есть тебе нужно выходить на огневой рубеж. Так, искра, искра, где моя искра? Вот. Так, не, ну давай тогда... Как его? По нему тогда лупи.
Так, ага, ты отсюда видишь светопода. Сейчас мы его тогда немножко это блокирнем. Знаю, что ты мне речь. Ария Сапресс, вот. 17, не, ну забей, 17 ты не попадешь. Ты его отсюда-то, ты отсюда ты его видишь. Но только ты сейчас взломать-то его не сможешь. Подавление. Конечно, могу вот сюда просто бежать. Криорок, конечно, хорошо. Вот только проблема в том, что я не знаю, где оставшиеся вот эти вот мои ребята сидят. Так, давай так. А, он все равно сидит вот за этой штукой. Матвей. Вот кому ее дать? Влад, ты там, ага, вот ты толком-то не добежишь ни до кого. Сейчас вот этот вот коридорок очухается. Здесь тоже опасно. Так, давай ты, подожди, гранату достанет? Во, достанет. Вот так вот гранату. Тогда давай ты по нему вот постреляй. Нет. Перезарядись для следующего хода. Гранату вот кинь. Вот, без ориентации. Отлично. Теперь. Так, ребят, подойди вот сюда. Так, Мутон Девастатор выведен из строя. Ну, по крайней мере, пока. Знаешь что? Отойди-ка лучше обратно. Вот сюда. А вот теперь мне нужно вот что-то с тобой делать. Ну, здесь вариантов немного. Поэтому давай я тебя просто попробую поджарить. Снова горит, а я вот этот промазал. Опять. Так, здесь ковер. Ну, слушайте, я все равно больше ничего делать не могу, поэтому давай ты его стабилизируй. А я тебя на следующий ход отключим сектопода, я тебя подниму. А если я сейчас вот применю, например, run and gun свой, подбегу, например, пальну в него один раз, а потом... А, ну я могу... Нет, run and gun не работает с close encounters. Так, тогда давай по-другому. Вот я сейчас подбегаю. Здорово.
теперь, так. А, там уже конец карты. А вот теперь я беру. Двигаюсь. Халявный ран-н-ган. Вот только сесть-то куда? От тебя, чтобы еще от сектопода подальше. Так, ладно, придется здесь сесть. Так, 76, 89. Все, готов. Ракет не будет. Он дезориентирован, но, блин, все равно опасный. Где же мне тебя, как же мне тебя поймать в прицел? Блин, карта максимально, конечно, для снайперов неудобная. Так, ну давай я как-нибудь вот здесь сяду сейчас. А, все равно, 66, этот горит, мне он не интересен. Ну, слушай, давай рискнем, попадем. Попробуем попасть. И он попал! То есть вот кто, вот кто действительно здесь вот проявляет, так сказать, заботу о коллективе. Эти вдвое горят, они еще ослеплены. И огнеметчик, кстати, их двоих может так вот держать просто бесконечно. Сейчас самая проблема с сектоподом будет. Да. Мимо. Но я его еще подавил. Хорошо, так, у него еще два действия осталось. Второе действие, что ты будешь делать? Сюда идешь? Правильно, иди сюда. Так, на тебе шредер. На тебе еще шредером. Я не буду его ломать. Я его сейчас просто замочу. Не, я думаю, мне хватит урона. Второе действие. Опять по нему? Да что ж такое? Да оставьте Зиновьева в покое. Блядь! Так, вот пидорас, блин. Вот так и знал, что не надо было все-таки его туда сажать. Пожадничал, этого хотел Крио Рокета забрать. Надо было куда-нибудь отвезти его просто вот за высокое укрытие. Ну, мразь, ты мне за это ответишь сейчас. Так, 26. Во-первых, банан, поднимайся. Причем он даже кровью не начал истекать, он сразу помер, блин. Так, сектопода отключаем. Это было правильным решением. Все, отдыхай. Так как ты когда в себя придешь, ты еще и действовать не сможешь, поэтому сейчас переключимся вот на этих чуваков. Так, что мы делаем? Подожди пока. Шестьдесят. Так, знаете что? Я, пожалуй, на ракету применю. Bring in the pain!
лучше против них. Вот так-то лучше. Так, 41. Нет, подожди пока. Где мой второй снайпер? Вот он. А, ты только его видишь. Только сектопода видишь. Так, тогда сядь сюда. Сделай мне меточки. Да, я плохо подобрал отряд для этой миссии, честно говоря. Вот реально плохо. Можно было и лучше намного. Так, теперь. Так, возняк отстрелялся. Так, Шарп Макс, давай. Добей мне уже вот этого гада. Так, Татор, давай лупи по нему. Это вот вам месть, твари. Вторая искра, снайпер. Давай лупи по нему. Так, тут что мы делаем? Их осталось двое, ну, активных. Еще где-то один пак ходит. Промазал. Ну, ладно, не беда. Так. Надо сейчас убить мутона. Вот он сейчас более опасный. Сейчас я тебе, блядь, втащу. Ну-ка, искра. Лайтинг меньше. Ай, блин. У него... Я забыл, что у него эта штука есть. Ты еще, блядь, промазал по нему. Серьезно? Так, все, давай лупи, лупим по сектоподу. Nice. Yes, sir. Сейчас мы броню ему разорвем. Пропал, да и хрен с ним. Ладно, я другой возьму. Потом. Так, тут что мы делаем? Нет. Хил, гремлин хил. Банан, давай. Так, работаем. Так, здесь что мы делаем?
искру перемещаем. Подожди. Так, холо таргет на него. А то смотрю, там некоторые попасть не могут. По нему. Вот, другое дело. Перезарядка. Здесь. Перезарядка. Так, давай рапид-файером по нему. Макс, у тебя как раз патроны шредер. Заберем лут. Ибо, блин, Зиновьев погиб ради этого, чтобы убить этого чувака. Надо, чтобы хоть, ну, хоть что-то от него осталось, чтобы он не напрасно там был. Давайте, лупим. Ну он не жилец, да. Сейчас мы его убьем. Он уже не жилец. Так, давай, банан. Добивай. У тебя как раз еще патроны прям предназначены для его убийства. Готово. В общем, остается где-то еще пак целый врагов. Берем лут. Давайте. Нужно перегруппироваться. Это, кстати, вот говорит мне о том, что надо уже делать броню. Мне нужна более серьезная броня. А то вот он раз. Сектопод. Не, ну ладно. Сектопод — это очень серьезная как бы огневая платформа. И если он реально по тебе попадет, там мало не покажется. Плюс еще на нем висела метка, которая увеличивает дамаг по нему, насколько я помню, от этих девастаторов. То есть там вот... То есть там, да, вот если он первый раз вот по нему не попал, то вот здесь прям вот... Прям, ну попал, да, он еще в хреновом укрытии находился и так далее. Блядь, 9 баксов, серьезно? В жопу себе их можете засунуть, эти 9 баксов. Так, давай подлатаем нашего брата. Ну, все-таки штурмовики, на самом деле, это... Ну, то, что они доживают до таких званий, они, конечно, очень серьезные, но, блин... То, что они вот так вот, они вот так вот сильно подставляются, это как бы, это норма. Просто у меня выработана специальная тактика, которую я вроде как успешно даже реализую, но все равно есть шанс, что вот их вот так вот могут попасть под раздачу. Я пытаюсь, можно сказать, сам перед собой оправдаться, почему у меня сейчас боец погиб. И он был уже такого, ну как бы это один из таких самых топовых штурмовиков был, но что поделать. Зиновьев, насколько я вот я помню, он всегда на всех миссиях, он всегда огребал. То есть всегда на передке, всегда ото всех огребал. Но при этом всегда выживал. То есть вот в этот раз все-таки не повезло. И ребята ходят по лезвию бритвы. Так, ну какой-то пак меня ждет вон там. Ну давайте. Где вы, гады, выходите? А вот там, кстати, еще туретка. Вы знаете, я эту туретку, пожалуй, сейчас замочу. Она меня бесит. У меня даже есть для этого люди специально. Банан пойдет ее убивать. И как раз, кстати, туда снайперов можно загнать моих. Чтобы они оттуда лупили.
Пока вот не знаю, где кто здесь сидит. Точнее, где кто на... где оставшийся паг из 10 человек. Надеюсь, там ничего серьезного не будет. Let's do this. Так, комбат протоколов у меня больше нету. Понял. Я весь внимание. No shit. Так, Влад, давай поблизости. Возможно, кстати, вот тебя сейчас, Влад, я буду вот там сейчас тренируется. Мне нужен новый штурмовик, поэтому, Влад, ты и так у нас постоянно на передке. Я тебя из ниндзя переквалифицирую в штурмовиков, в штурмовика. Потому что мне нужна будет замена. Ты и так постоянно впереди всех. Ага, пак обычных солдат. Да, пак обычных солдат. Ох, я сейчас на вас оторвусь. Да, взрывчатки, к сожалению, у меня нет. Загорелся уже. Щит-барьер загорелся. Сейчас я на вас оторвусь. Сейчас оторвусь. Конечно, что искру может дезориентировать, ну, в принципе, ну, да. А я же вражеских роботов могу дезориентировать, ну да. Он все-таки попал. Блин, ничего не вижу из-за этой бури, из-за этой песчаной бури. Искре пиздец как сейчас везет, просто, они все мажут вот в такие конские проценты. Кстати, а там искра, а у меня этот еще не перезарядился? Где он? Перезарядился, я может искру смогу взломать? Так, давай-ка я... Ой, не искру эту туретку, как взломать. Сейчас я ее сагрю, туретку эту. Так, она там как раз прям вот отлично сидит, на самом деле. И вот отсюда должен ее видеть. Да, вот отсюда он ее видит. Сейчас я ее ломану. Будет вам доп-цель. Блять, не то. Во. Главное, чтобы сейчас щит-барьер, он горит, он не поставит свой щит. Так. Окей. Привет. Так, банан, давай сюда подойди. Потом поближе. Так, кого там видишь?
Вот, давай на него, rapid targeting. А, пусть сейчас второй снайпер отработает. Как раз он его видит. Во, туретка уже начинает. На нахуй. Раненые, раненые. Ну давай по нему. Готов. Так, следующий, кто там? А, Дотор не видит никого, ну класс. Ладно, не беда. Я только через приказ его увести не смогу. Ханкер. Искра. А, искра у нас дезориентирована на данный момент. Так, ну давай, вали его. Он стрелючий, опасный. Жизни, а не отнимать. А в данном случае я уверен, что мы сохранили жизнь очень многим. Она получила пилюлю, которую заслужила. А вот теперь, мы сейчас кое-что сделаем финтушами. А, у тебя уже все, да? Так, сейчас тогда. Угу. И там и охвот-то остался. Элитный мутон с берсерком. Ну ладно. О! Идеально. Так, Sharp Max, подойди поближе и сделай мне Aria Suppress вот на них. Так, возняк. Проценты, ну понятно. Так. Сядь на овер. Ты на овере и так неплохо сейчас. Получается, действовать будет мой элитный мутон. Хэви гренадер. Если я его там задел, не задел, не знаю. Уже. А, задел. Значит, только так офицер, элитный мутон. И берсерк. Берсерку похер, по-моему, на вот этот огонь. Что будет, если он сейчас еще заорет на своих? Матвей? Нет, Матвей не попал. Зря ты ко мне подошел, промазал. Не убежишь. Так, элитный мутон.
Сапресс? Нет. Ух, больно. Барсука, молодец, спасибо. У Барсука Blind Rage. Слепая ярость. Ай, спасибо, блин. Так. Но мы его все равно убьем. Потому что пошел ты нахер. Защиты на нее. Давай, 6 врагов осталось всего лишь. Последний ремонт. Так, 90-40. Давай по нему по 40. Авось попадешь. А этого добей просто. Смотри, да, я знаю, что фраги не получает, ну и ладно. Так, теперь что мы делаем? А барсук еще живой, но он, правда, может догореть. Один. Давай, лупи. О, пока вот не наорешь, блин, вот ничего не хотят делать. Да, вот, но, блядь, вот 8, в 30 вы можете попадать, а 80 не можете. Вот. Где логика? Блядь, где, сука, логика? Блядь, забыл, в какую игру играешь, что ли? Здесь нет логики. Так, ладно, но этого хэви-гренадера, не знаю, добивать, не добивать. Но вот берсерка определенно надо добить. Потому что у него сейчас blind rage, а потом он очухается. Так, Матвей, давай, подходи, танкуй. Ты же джиггернаут, хотел быть танком. Угу. Окей. Сейчас сделаем по-другому. Офицера я не уверен, что мы сейчас. Офицера я сейчас отпизжу просто. Как тебе такое? Гори, гори, ясно. Долбанный придурок. Так, хэви-гренадера я попробую добить все-таки. Да, ребят, вот-вот. Я говорю, что вот они вот не могут попасть.
вот, вот в такие вот мелкие значения. Но я не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Давай его. Так. Нет, Влад, ты знаешь что? Yes, добей мне вот этого придурка. Я просто не уверен, что он сгорит. Так. Ну, давай я тебя хильну. Вот, остался офицер. И остался мутон, который горит. Ну, мутон и офицер, у нас есть два огнемета. Я их не выпущу сейчас из прожарки, условно говоря. Молодец, да-да-да, подходи поближе. Сейчас мы тебе еще укрытие разрушим пулеметчиком. 100%. Убить его. Давай с пресиженным. С пресиженным и не смог. Да. Слушаюсь. Так, ладно. Пулеметчик. Так. Вот, разрушка мне укрытие ему. Теперь, что мы делаем? Влад! Ну-ка, всыпь ему! На, блядь, поджопник ему отвесил! Смешно, да. А вот мне вот интересно, он горящий может свою контратаку делать или нет? Так, давай перезарядка. Овердрайв. Восемьдесят. Нет, так дело не пойдет. Хорошо. Так, меточку на него, пожалуйста. Сейчас я подстрахуюсь на всякий случай. Вот давай-ка я на него сейчас из турета стреляю. Вот, уже хорошо. Слушай, не буду я рисковать, а то он сейчас ответит мне еще. Нет, я его, конечно, можно дезориентировать, по факту. Тогда он ничего не сделает. А у меня есть кем можно дезориентировать его? Ладно, не буду выпендриваться. Давай, искра. Блять! Ну ты серьезно? Блять, ну что за херня? Ну вот как можно воевать вот такими вот людьми? Я вот как, вот, блять, вот я не понимаю. Ну просто это пиздец какой-то, блять, он просто пиздец какой-то. Не, ну ты его не убьешь. Давай через приказ. Сейчас Шарпакс его немножко так ослабит, если не убьет. А, ослабит. Ой, блин, чуть-чуть давай. Блин, вот писечку не хватает. В рукопашку его добить. Ёб твою мать. Блин, у него патроны кончились. Ладно, Матвей, лупи. Четыре осталось у него.
здоровья. Ай! Давай, Серег. Так, ну чё, рискнуть? Ну, в принципе, он не может отвечать. Ну давай, Влад. Всё-таки может отвечать. Так, только он промо... А, отвечать-то он может? А, точнее, он атаку заблокировать может, но из-за того, что, походу, он горит, он не может мне ответить. Ну, ничего страшного. Давай, Искра. Дах! Врыло. Готов. Пиздец, ну и миссия. Так, ну что? Вот они. И Зиновьев. Пресс-эф ту респект этому мужчине. 14 миссий, 34 убийства. Он дрался как лев. Вот он всегда во всех миссиях дрался просто как лев. Но, к сожалению, вот, все-таки, говорю, он находился на такой должности, которая, ну, процентно выжить в таких миссиях, ну, блин, я не знаю даже. Процентов 30. В общем, короче говоря. Тека фото. Да, я даже это сфоткаю. Вот. Пресс-эф ту респект этому мужчине. Владислав у нас отъезжает на 22 дня. Так, но зато, кстати, вот у нас апнулись. Банан апнулся. Матвей, кстати, апнулся. Причем как-то странно. Вот я говорю, как теперь его учить, непонятно. Апнулась у нас Искра. И вы знаете, то есть Искра... Вот Холод Таргет. Вот я думаю, что надо и качать репир будет. Я возьму ей репир. А вот это плюс 10 к точности. Да, я возьму еще вот эту. То есть ей-то вот это вот ей намного легче. Она просто запрыгнула и все. Так, шпигель выучилась. Ну здесь я думаю, что вот это ей взять. И шреддер ей взять. Так, огнеметная спарка. Тут что у нас? Плюс 2 к урону. Да, берем. Так, и я думаю, что да, я потрачу, возьму ей еще вот это на защиту побольше. Так, банан прокачался. Здесь берем палача, естественно. Так, а вот Матвей мне непонятно. То есть он поломался, видите, не качается. Я не знаю теперь, что с ним делать. Так, Архипов с Козловским подружились. Давай, чё бы нет, они как раз в одном еще отряде. Так, 58 баксов. Алойсов, кристаллов, ну немножко. Трупов зато мы налутали, прям просто, мое почтение. Прям хорошо, прям налутали. Black Flame граната. Тоже вот надо будет ее изучить обязательно. Так, что это он у нас? Лукс. Это кто? Это у кого? Это Луксер. Это кто-то из новеньких, что ли? Я думаю, что кого-то из них надо переучивать на штурмовика. Кого? Вот. Глеба Медведева, кстати, можно переучить. Да, у него мобильность не очень, но зато у него ХП много. А, вот он, Лукас. Чё у него теперь? Прикольно. Кстати. А не, зачем? У меня же вот этот как раз вот Лукас, он огнеметчик. Да, он огнеметчик. Так давайте его просто переделаем в штурмовики. Мне, в принципе, огнеметчиков сейчас хватает. Ну, у меня всего их два. Вот, давайте его в штурмовики переделаем. Как раз вот.
Вообще, на самом деле, разведчики... Нет, ну они хорошие, но... Где там этот Рекон? Ну-ка, вот он. У него, насколько я помню, вот при нынешнем билде... При нынешнем билде... Вот. То есть у него только на вот этом звании появляется вот это Lightfoot. То есть это перманентный, по сути, у него включен перманентный призрак. То есть вот и тогда вот он может вот полноценно выступать, прям супер-пупер быть разведчиком. Просто до этого момента он, ну, как-то вот не очень. Зато вот у него есть вот по поводу таргетинга, у него есть вот, пожалуйста. Причем, кстати, доп-маскировка есть. Вот, ну да ладно. В общем, вот такая вот, в общем, вот такая миссия. Без потерь, к сожалению, так и не обошлось. На этом, друзья, у меня все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч и не болейте.